Приветствую вас на канале Games Forever. Продолжаем прохождение игры Assassin's Creed 3 ремастер. Пойдем в поместье. Коннор, я осознал, что времена, в которые мы живем, будут изучаться будущими поколениями весьма придирчиво. Вне зависимости от исхода. Поэтому я думаю, что стоит записать все, что происходит тут. Создать журнал событий переломной эпохи. История станет ярче и живее. Как думаешь? Выдастся свободная минутка, попробую. Отлично. Давайте осмотрим Гроссбух. Давайте создадим. Дуба, уголь. Подтверждаем. Тоже купим. Назад. Бочки сделал, мука нет. А, только плотник у меня. Второй этаж не поднимает, что-то у нас есть. Ничего интересного. Рестор. Спускаемся вниз. Еще одно задание какое-то есть. Кто-то в опасности. Вот черт! Поможете мне? Поможем? Вы в порядке? А вы как думаете? Что случилось? Браконьеры в лесу. Я просила их уйти. Это их ответ. Идемте. Руку нужно осмотреть. А эти негодяи? Потом. Рана важнее. Все в порядке? Да. По-моему, кость не задела. Как вас зовут? Мириам.
Ваш дом далеко? Ну, у меня нет дома. Я попала на фронтир еще девчонкой и с тех пор живу здесь. То охотой, то случайной работой. Смелое решение для женщины в этих краях. Да, верно. Но здесь либо это, либо монастырь или бордель. Лучше уж свежий воздух. А он уже стоит, да, Ахиллес? Конор, что ты делаешь? Браконьеров надо проучить. Я видела их из моей будки. Идите туда, и наверняка их легко найдете. Используй Шенбяу, если сможешь. Привыкай к нему. Ну, давайте Шенбяо возьмем. Вот он, да? Давай, давай, тянись. Готов. Постепенных заданий нету. Уильям Джонсон обещает открыть для охоты земли Магавка, в которую он купил. Если повезет, поживемся в сласть. Там вроде и лес валить можно будет. Для чего же он землю купил, если не ради дичи и дерева? Не знаю, и мне как-то плевать.
Последний браконьер. Эй! Парни, где вы? Стреляете в людей в лесу? Это у вас так принято охотиться? Нет! Я... Хватит! Иди, расскажешь дружкам, что тут случилось. Вернулись. Спасибо, Ахиллес. Всегда пожалуйста. Почему они вас ранили? Все знают, что здесь много дичи. Я шла за разрешением на охоту и предложила этим чужакам сделать то же самое. Распоряжаться дарами леса я не могу. Вы вправе охотиться здесь, но если поделитесь излишками с другими, я буду рад. Хорошо. Я согласна. Мирим торгу. Охотница производит товары первого уровня, да? Отлично. Но сейчас он примет побрякушки свои. Побрякушник. Еще есть? Давай-ка поглядим. Ты обалдел, парень? Это ж сущие гроши! Что тебе надо? Еще есть? Давай-ка поглядим. Будешь валять дурака, никакой сделки! Неси побольше! Корабельный таран. На это очень много денег надо. Перемещаемся. Сюда. Вот сюда. Около вышки.
синхронизации. И что тут у нас открылось? Готовы. Куры не дают пройти. Ой. А где они? А, вон. А чё не бьёт-то его?
Ну ладно. Рекрутов маловато, кажется. Нет. Кошелек лежит. Проклятые воры! Гони монету или знаешь что? Отвали! Хочешь получить? Подходи! Проходи давай! Не поймай! Отстань от него! Отвали! Хочешь получить? Подходи! Проходи давай! Ладно. А, Коннор, чудесно. Вы здесь. Позвольте вам представить. Это Уильям Досс и Роберт Ньюман. Вы писали, что Джон Питкерн здесь? Да. Он готовит атаку на Лексингтон, где укрылись Адамс и Хэнкок. Потом он двинется на Конкорд. Уничтожать наш арсенал и провиант. Вы должны нам помочь. Скажите, где его найти, и я положу этому конец. Под его началом десятки, а то и сотни солдат. Вы не справитесь в одиночку. Но не бойтесь, вы не один. У нас есть своя армия. Люди ждут лишь приказа взяться за оружие. Тогда прикажите им. Прикажу. Мы с вами пересечем реку Чарльз и поднимем людей. Уильям, вы поедете по дороге и сделаете то же. Роберт, а вы на Северную Церковь. Дайте сигнал. Два огня, если враг идет морем. Некогда сидеть, мой друг. Надо торопиться. Вперед! Здесь только одна лошадь. Придется ехать вдвоем. Берите поводья, я покажу путь. Скорее, Коннор, садитесь верхом. Я скажу, куда нам надо ехать. Вот его побрякушка. Есть. Где?
Слушайтесь меня, и мы всех предупредим. Мы на верном пути. Томми, что они тут делают? Это разведчики. Осторожно, Коннор. Нельзя дать им поднять тревогу. Здесь налево. Дальше только. Ладно, не судьба, побрякушку позже возьму. Дальше лучше идти пешком. Нет, случайно. А что он отцепился-то? Какой дом-то? Вот так! Нам именно сюда! Дайте всем знать, что британцы идут на Лексингтон и Конкорд! Британцы идут! Назад в седло, друг мой! Нам еще ехать и ехать! Мы на верном пути. Сюда, Коннор. Нельзя, чтобы нас нашли, Коннор. Прячьтесь! Налево, кот! Здесь налево! Безопаснее будет пойти к домам пешком. Осторожно, здесь могут быть еще разведчики. Сюда, не сюда.
Нет, дом. Может, этот? Осторожно, здесь могут быть еще разведчики. И не этот, да? Тогда этот, что ли? Вот так! Нам именно сюда! Скажите всем, сюда идет армия. Yes, sir! Ладно. Налево. Ладно, дождемся. Направо! Прибыли! Дальше лучше пешком. И зачем ты залез? Вот так! Нам именно сюда! Армия скоро будет. Здесь! Мы здесь! Взять их! Уходим скорее. Уходим скорее. Они не должны нас догнать. Избавьтесь от них, Коннор! Избавились. Да было немножко слишком. Хорошо бы избежать таких сюрпризов. Нам лучше спешиться. Так быстрее и тише. Вот так! Нам именно сюда! Ну и где его носит? Вы точно не ошиблись домом? Конечно, нет! Прескотт? Добрый вечер! Сюда идет армия, поднимайте своих людей. И... наденьте штаны. Сейчас.
И в ту сторону еще прыгнул лошадь. Да уж. Добро пожаловать в Лексингтон. Теперь Хэнкок и Адамс. Вижу Доза. Надеюсь, он цел. Пол, Коннор, рад видеть. Уезжайте. Сюда идет армия. А, Уильям уже говорил. Пускай приходят. Они ничего не найдут. Вы не понимаете. Питкерн хочет вас убить. Боюсь, это правда. Вероятно, тогда нам придется ехать. А вы как же? Мы с Дозом едем дальше в Конкорд. Коннор, оставайтесь здесь. Помогите Паркеру удержать город. Это даст нам фору. Лексингтон и Конкорд. Не отступать! Стрелять! Только в ответ! Но если им нужна война, пусть она начнется здесь! Питкерн! Прочь с дороги, мятежники! Сложить оружие, разойдись! Какого черта вы делаете? Назад, стоять! Трусы! Предатели! Они не вернутся. Придется обходиться тем, что есть. Мне не нужны советы. Стреляйте! Стреляйте! Езжайте в Конкорд! Предупредите всех! Это... покажите командиру. Должен быть человек по имени Джеймс Барретт. Езжайте! Скорей! Нас ждут товарищи в Конкорде! Смотри, что будет!
Лошадь где? Да, ты любишь кулаками махать? На складе как раз народ вроде недавно. Нет, бегите к холмам! У меня сюрприз для этих негодяев! Кровь уже пролилась в Лексингтоне и прольется еще. Армия выступила в поход. Да неужто? По-вашему, чем я тут занят? Ступайте домой, пока вас не убили. У меня нет времени нянчиться с мальчишками, рвущимися в герои. Я ручаюсь за него. И Джон Паркер тоже. Где Ревир? В плену. Что? Не бойтесь. Он умеет выпутываться из беды. Он справится. Я уверен. Наговорились, барышни? Паркер считает, что вы не совсем безнадежны. Значит, возможно, сумеете для меня кое-что сделать. Когда начнется бой, мы должны удержать те позиции. Это ключ к обороне Конкорда. Славные ребята, но не солдаты, им нужен опытный командир. Возьмете это на себя? Смотрите, не подведите. Даю слово. Тогда, видно, остается только ждать. Вы должны удержать позиции. Если англичане прорвутся, все кончено. Что я должен делать? Слушайте внимательно. Они будут строиться в цепи. Командуйте плей точно перед тем, как строй готов. Чуть раньше наши промахнутся. Чуть позже враг успеет выстрелить первым. Я понял. Если кто-то из мерзавцев прорвется, прикончите. Берегите моих людей. Не стрелять! Пли! Не стрелять! Огонь! Готовься! Готовься! Блин! Ждите сигнал, огонь! Готовься! Блин! Дать сигнала. Приготовьтесь. Пли! Приготовьтесь. Не стрелять. Пли! Дать сигнал. Пли! Приготовьтесь. Пли!
Огонь! Приготовьтесь, стреляйте! Ждите сигнала! Огонь! Огонь! Готовься! Не стрелять! Пли! Приготовьтесь! Огонь! Приготовьтесь! Пли! И все вроде бы. Готово. Назад! Назад! Ура! Они бегут! Дело рук последнего негодяя. Но они ушли. Надо было напасть, пока был шанс. Как вы думаете, где Питкерн? Уполз зализывать раны в объятиях Британии и задумывать новые преступления. Нужно найти его. Сколько еще людей умрут, пока я жду? Выше нос, друг. Сколько сегодня выжило благодаря вам? Да, но они... Мы делаем, что можем и как можем. Этого мало. Да. Так всегда. Ради нашего славного дела. Я глубочайше признателен этому невероятному знаку доверия с их стороны. Но случись вдруг какое-либо несчастье, неблагоприятное для моей репутации, я умоляю всех присутствующих здесь помнить, что ныне я с полной искренностью заявляю, что недостоин занять этот пост. Да, что никто лучше него не годится на этот пост. Я хочу заверить Конгресс, что я знаю несколько вознаграждение не могло бы Чарльз Ли. Принять это колоссальное бремя. И мы знакомы? И покой в самом деле, откуда вам пол? Идемте, Коннор, я хочу вас представить. Платы. Я стану вести учет всех моих расходов. Простите, что вмешиваюсь. И кроме компенсации, но не хватало полных, только, чтобы дело дошло до драки. Не желаю. Коннор? Позвольте представить вас новому главнокомандующему, Джорджу Вашингтону. А, так это вы спасли Сэма и Джона в Лексингтоне. Это сделали патриоты. Я просто оказался рядом. И скромен, и отважен. Нам бы побольше таких людей. Прошу прощения, но я должен поговорить с Чарльзом. Похоже, он не слишком доволен тем, что его обошли. Был рад знакомству, Коннор. Скажите, вы разыскали Питкерна? Говорят, он окопался в Бостоне под охраной тысячи солдат. У вас появится шанс, только если его выманить. К счастью, мы планируем наступление на Бостон. Именно с этой целью. Нашими войсками командует Израиль Патнем. Отдайте это ему. Он обеспечит вас всем, чем нужно.
Он сейчас в лагере у Банкер-Хилла. Благодарю вас. Недалеко от города. Не за что. Я делаю, что могу. Питкарн очень опасен. Надо быстрее от него избавиться. Тоже касается и Чарльза Ли. Это отдельная история. Ее пока лучше отложить. Поезжайте в Бостон, Коннор. Спасибо, что смотрели мое прохождение игры Assassin's Creed 3 Remaster. Жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.